Добро пожаловать на канал Hard Reset Cars, и сегодня я вам расскажу, как в автомобиле Audi A6 включить дальний свет. Для этого перемещаемся слева от руля. Здесь, как мы видим, есть наши переключатели габаритного и дневного света. Для того, чтобы включить дальний свет, нам необходимо включить сначала ближний свет дневной. Для этого выбираем режим ближний свет, о чем мы можем видеть на нашем и на нашей панели. И для включения дальнего света нужно воспользоваться левым подрулевым переключателем. Нажимаем от себя, отталкиваем от руля и включаем дальний свет, о чем мы можем видеть этот индикатор синий. Для того, чтобы его выключить, левый подрулевой выключатель на себя, и мы выключаем. Для того, чтобы включить буквально на одну секунду там дальний свет, нам необходимо левый подрулевой переключатель просто потянуть на себя. Пока мы тянем, дальний свет активирован. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.